Когда появилась вот эта вот беспомощность, бесполезность, вот это вот чувство, которое вот гнойное, которое мор какой-то. Четыре года назад. Что там происходит? Темно или светло? Пускай будет пять. Что там происходит? Расскажите. Там темно. Что происходит? It means that it's good. So I bought it in Я работаю в магазине. Бутик. И над моей улыбкой смеялись. So the next seats of linen. Что вы в тот момент приняли для себя? Look, there are seats of linen. Поняла, что нужно жить как все. Looking. Не быть And there is two forms in what linen is in Все не улыбаются, ходят такие, все. Когда улыбаешься, нет. А было ли такое или подобное чувство еще раньше? Да или нет? Linen seats and нет. The whole seats. The Замечательно. А, Марина, а будьте сейчас в таком моменте. Да. И скажите, что сейчас той Марине не хватает? Почему? Вот что можно сделать вот по-другому, да? Чтобы Марина этого не почувствовала. Как поступите вот сейчас в том моменте поступите, как можно поступить по-другому? Вот плюньте там на всех, кто там вам сказал, прямо в рожу там плюньте им. Скажите, я буду улыбаться, и мне никто не это не запретит, и я буду радоваться жизни. In one capsule, in one tablet, we can just divide Что там сейчас там Марина чувствует? Three different tablets. I will show you again. Что бы еще там сейчас хотелось? Что сейчас можно еще там дать? Что время говорит, денег не хватает. Дайте. American production from phone. Now this is a single zero capsule. Дайте, как она себя там чувствует? And you may use these capsules, and you may use these capsules, whatever goes for your heart, soul, and feeling. Every time when you are taking pills, method of healing, you should analyze very deeply your feelings. What goes very well to your body, soul. So this capsule looks. Возьмите, разожгите ее там. У вас она есть у всех и у каждого. Это источник. У вас она в груди есть. Возьмите, найдите ее там. Разожгите ее там. Почувствуйте, как она наполняет вас, ваше тело и все ваше пространство. И наполните ту Марину. Так, вам, ту. Как пока я наполняю, знаете, вот поток есть, потом раз прерывается, бывает, поток есть. Не надо, не надо поток, этот источник, он у вас внутри. Все у нас внутри. В этот момент он как будто раз заблокируется, сжимается, я сейчас... Разжигайте. Вот эта вот штука, которую от меня отцепила, которую я, она говорит, ну ты же знаешь, что тебе завтра опять пить. Что ты пыркаешься? Вы хотите, чтобы она прицепилась к вам? Нет, не хочу. А что вы хотите? Хочу полной свободы. А еще что вы хотите? Seeds. Because I want this... свободу в пространстве действия. Я хочу... Have long Сел, effect поехал, куда хочу. In my stomach. In order to have long effect, Свободы нет такого чувства. The whole seeds. А у меня оно But, прям жажда свободы, я хочу. Потому что вы в клетке, поэтому вы жаждаете свободы. So что вы еще хотите? Поэтому я хочу из этой клетки. Я категорически против правил системы всех этих вещей. Ten seconds, и will die.
возьмите, Марина, возьмите, выйдите с этого магазина, сядьте и поедьте куда вам хочется. Возьмите билет на самолет, поедьте, полетите, куда вы хотите. Со вселенной слышит смех, ну как вот это чудище говорит, ну и чё ты сейчас в системе, ты в клетке больше, чем газон. Возьмите, подойдите к двери клетки, я вам даю вот этот лазер божественный, меч, разрубите там замок, что там открыто, откройте дверь и выйдите оттуда. And now еще клетку. Возьмите, берите, рубите вот этим вот лазерным мечом божественным. Берите, разрубайте все эти клетки, все эти двери и выходите оттуда. Если вы не хотите выйти, то вы будете там блуждать все время. Идите прямо, не надо там сквозь стены возьмите, берите, рубайте все это. Проходите.